Ребята, с вами снова я, королева мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Друзья, в предыдущем видео мы заказали Happy Meal Макдональдс со смешариком. И после этого я узнала, что смешарик — это кукла Вуду. И мы провели обряд и нашли настоящего смешарика. Он был там в лесу. Поэтому сегодня я попробовать хотела узнать, возможно, если я сделаю куклу Вуду на Спанч Боба, возможно, он тоже придет к нам сюда, в мистический дом. Это очень страшно, и я надеюсь, что вы меня поддержите и поставите 10 тысяч лайков на этом видео, потому что сегодня, друзья, вы увидите настоящего Спанч Боба Экзи, его дом в реальной жизни. Погнали! Друзья, со мной снимается моя собака Лаки. Лаки помогает мне искать злых духов, а также помогает их отгонять, она чувствует. И, друзья, сегодня у нас прошел огромнейший дождь, поэтому здесь все очень-очень грязно, но нам необходимо отыскать Спанч Боба Экзи здесь. Итак, друзья, Спанч Боба я спрятала здесь, в мистическом лесу, где сегодня, ребята, необычно страшно, потому что сегодня просто какая-то странная погода, очень сыро, и Лаки тоже это не нравится. Лаки, нельзя. Где Спанч Боб? Лаки, ищи Спанча. Друзья, Спанч Боб находится на нашем доме мистики, и сегодня мы попытаемся сделать из него куклу Вуду и узнать, реально ли он существует, реальный Спанч Боб. И, возможно, здесь где-то есть дом Спанч Боба. Мы это узнаем прямо сейчас. А перед началом обязательно поставь лайк. И давайте на этом видео соберем 10 тысяч лайков, друзья. Так, ладно. Блин, он просто очень страшный. Лаки, перестань на меня прыгать. Ты меня, Лаки, меня всю испачкала, потому что она слишком сильно меня любит и прыгает. И защищает меня от всего. Лаки, нельзя. Не надо мне прыгать. Ребята, это выглядит очень жутко. Здесь появляются мои жуткие игрушки. Я хочу снимать с ними видео. Я заметила это очень давно, потому что, друзья, я накануне всегда думаю, какое видео мне снимать. И вдруг я подумала, что я хочу снять видео со Спанч Бобом. И Спанч Боб сразу приходит в этот дом, друзья. Поэтому сейчас я возьму этого Спанч Боба и проведу обряд. Я хочу увидеть его настоящего, не эту игрушку, а реального Спанч Боба. Я думаю, что вы тоже хотите увидеть прямо сейчас. Мы отправимся в наш дом из дерева и проведем этот обряд. Я надеюсь, что мы увидим живого Спанч Боба, потому что я уверена, что он существует именно в 3 часа ночи. Погнали! Сейчас он не живой, потому что мы его разрезали. В одном из видео на сайте Darknet я заказала эту живую игрушку, разрезала его, но я вам обещала то, что мы закончим этот обряд, то, что мы завершим. Но, ребята, блин, согласитесь, просто так избавиться от Вуду игрушки не так-то просто, потому что интересно, что еще он может нам сказать, что еще он может нам показать, друзья. И прежде чем сжечь его на костре, это обязательно случится. Посмотрите, внутри его зубы. Это очень страшно, у меня как будто рука внутри его пасти. Это жутко выглядит. Прежде чем мы сожгем его по всем обрядам и избавимся от него, я, друзья, хочу увидеть реального Спанч Боба. Не игрушку, а настоящего. Чтобы это сделать, нам необходима монета. Монета, которую я нашла в Макдональдсе, в Хэппи Миле, который я недавно заказала. Эта монета просто настоящая находка. Она говорит да или нет. Вот сейчас но. Ребят, если вы видите, если камера показывает, здесь нарисован скелет, и но на английском показано, что нет. А здесь yes. И сейчас, после того, как я проведу обряд со Спанч Бобом, я хочу поговорить с ним при помощи этой монеты. Я надеюсь, что у нас получится, но мы должны призвать Спанч Боба Экзи сюда. И мы это сделаем при помощи нашего бубна, друзья, который может призвать Экзи духа. С
Спанч Боб Экзи, я призываю тебя. Спанч Боб Экзи, я призываю тебя. Спанч Боб Экзи, я призываю тебя. Лаки, 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 иди ко мне, Лаки, Лаки, Лаки. Все, Лаки получила команду охранять. Охраняй, Лаки. Что там? Лаки. Что там, девочка? Чё, Лаки? Воду, господи, что это? Откуда это здесь? Ребят, на кровати просто лежит измученная кукла Вуду, которую я закопала уже год назад. Этого просто не может быть. Ладно, я чувствую, что какой-то дух присутствует здесь. У меня есть, друзья, планшетка. Оригинальная планшетка, которую я заказывала на сайте Darknet. И сейчас мы узнаем, действительно ли Спанч Боб ожил. Спанч Боб, ты здесь? Дим. Что происходит? Черт! Ты видел это? Что он сделал? Ладно. Ты не была на глаз, он прыгнул. Погоди, погоди. Я чувствую, что он здесь. Погоди, я спрошу монеты. Спанч Боб Экзи, ты здесь? Лаки, нельзя! Лаки! Спанч Боб Экзи, ты здесь? Нет. Черт. Его здесь нет, ребята. Так, ладно, погнали. Он где-то далеко, возможно. Он не слышит нас. Нужно зайти с этой куклы Вуду как можно дальше в лес. Скорее, ладно? Скорее ищи. Я что-то чувствую. Я что-то чувствую. Нельзя, Лаки. Что-то внутри. Ирина, Ирина! Что происходит? Ирина! Небо. 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 Небо! Ирина, Ирина, Ирина. Монета! О, любимый, монета! Вот он, вот он. Да. 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 Он хочет съесть монету, Дим! Что? Что? Он хочет съесть монету, что? Дим, что происходит? Бросим, убрать его! Монета! Лаки! Нам стоит завершить обряд! Да, быстро бежим! Нам стоит завершить этот обряд! Скорее! Черт! Экзи, Спанч Боб, уходи из этого мира. Экзи, Спанч Боб, уходи из этого мира. Экзи, Спанч Боб, уходи из этого мира.